Я, конечно, очень благодарна Павлу Борисовичу, я его постоянно вспоминаю. И вот это тот, наверное, фундамент, на котором сейчас жизнь, это все мое дальнейшее вот, пространство и работа, и все. Потому что вот те первые упражнения внутренних конфликтов, вот эти вот, как их называют, господи, сессии, что-то из головы выскочило, они так здорово помогли мне изменить свою психологию и по-другому посмотреть на эту жизнь. И жизнь, она мне дает какие-то определенные ступеньки следующие. Тут же мне пошла именно психологическая работа уже по своей медицинской теме, понимаете? Я не могла не уцепиться за нее, потому что это действительно то, что нужно мне для моей работы. Понимаете, вот эти ступеньки, они, ну, правда, я даже не знаю, как вот, как-нибудь, думаю, напишу, наверное, когда-нибудь, чтобы искренне благодарность Павлу Борисовичу. Да? Я помню свое состояние, прошлое и сейчас, это, конечно, это небо и земля. Павел Борисович, это просто, ну, маг, волшебник, это точно могу сказать. Действительно, это было мое, наверное, если вы помните, как я вообще попала на этот, на эту сессию. Именно в этот день, Ланочка, вот вы не поверите, мне приходит деньги именно та сумма, которая вот именно на ту основную большую программу. Я еще шла вечером, думая, что, ну, может быть, там, вот я не помню, второй вариант был или первый даже вариант, думаю, ну, начну, я же никогда этим не занималась, да. И вот прихожу домой, это уже было в районе 8, а уже у нас шла сессия, уже часа два, наверное, шла сессия. Я включилась, и в этот момент я слышу, как Павел Борисович говорит, ну все, теперь, напомните, как назывался у нас последний вот этот большой... Нотариус Платинум, набор окончен. Да, да, платье, вот, вспомнила, вот, закончен. И он так сказал, ну все, горшочек уже дальше не варить, закончен, вот это. И вы знаете, вот у меня как бы, вот я сижу, и у меня такое ощущение, как будто мне кто-то толкнул в зад. Никого не было. Я говорю, ну что ты сидишь, вот тебе даже деньги дали. А деньги действительно не должны были прийти. Это был первый раз, когда нам дали аванс. И... Ну, какая-то там еще была сумма, естественно, мне хватало только вот на первые два, там я еще сидела, думала, на какой из них пойти. А тут мне вот прямо, ну вот тебе та сумма, которую тебе нужно пойти на... Я даже не думала про эту платину. В этот момент мне вот как будто кто-то за меня стал писать рукой. И вот пишет, как будто мое подсознание подключилось и начало писать. Вот знаете, в моей жизни было несколько таких ситуаций, когда вот именно так было. И я пишу, а если вот я сейчас оплачу, вы меня возьмете, и смотрю, как большие отвечают, ну вот если только сейчас прямо заплатите, прямо вот именно сейчас вот пока идет вебинар, то вы это... Никогда в жизни я не отправляла вот этих денег вот виртуальных, правда, поверьте мне. А тут кто-то за меня все сделал. И прямо так, без ошибки, с одного раза. После этого я пыталась самостоятельно это делать, я постоянно то путалась в буквах, то путалась там что-то. А тут вот кто-то за меня все сделал. И потом только я вот как-то осознала, как же я вот все это пошла. Но я, правда, искренне радуюсь. Почему? Потому что даже это же было со мной. Я тоже помню, пришла с работы, и в это время Борис говорит, ну кто готов, кто самый смелый, кто самый первый. И я опять, вот мне такое ощущение, ну кто-то меня опять толкает. Иди, иди. А я вот, наверное... Потому что я такая трусиха по натуре. И если я вот чуть-чуть замешкаюсь, все, меня уже, я спрячусь, я уже ни за что не... А тут вот пока вот, наверное, ты еще не одумала, прыгай в воду, в ледяную, и ничего не знаю. И я помню первую нашу сессию, я ничего не вижу, ничего не знаю. Павел Борисович мне уже подсказки. Я говорю, ну вижу какую-то крышу, ну вижу какую-то... Павел Борисович, ну там она девочка прячется. Я говорю, да. И он тут вот начинает мне это все раскручивать. Я помню, разревелась. Я помню, он это меня так вытащил из этого состояния. И это ощущение вот это впервые, почувствовать ощущение вот этой радости.
Вот понимаете, за всю жизнь я не помню, сколько раз я испытывала вот это ощущение радости. Вот это было, наверное, тот первый шажок, который мне наконец-то как будто дали вот глоток воздуха человеку, который вот-вот-вот уже должен был утонуть. Вот. И действительно, вот эти все четыре сессии, я уже знала, как я шла, как я к этому шла. И такая обратная отдача от наших всех сокурсников, которые меня поддержали, сказали: ой, ты такая счастливая, ты такая прям, понимаете, вот наконец-то я, наверное, услышала те слова, которые, ну, не так редко слышу. Вот. Поэтому бесконечно благодарна Павлу Борисовичу. И я еще раз повторю, сейчас, вот я говорю, это та была первая ступень, которую он мне дал возможность наконец-то раскрыть себя, потому что я теперь сейчас, ну, уже провожу все со своими пациентами очень успешно. И, конечно, там я, как сборник у меня, не только устранение внутренних конфликтов, но я обязательно в первую очередь начинаю сессии с базовых вот этих вот моментов, которые он меня научил, и заканчиваю его базовыми вот этими моментами. То есть только я просто еще подключаю сюда еще психологические такие вот замок писательковых, все. То есть у меня получилась такая солянка, которая великолепно дает очень хорошие результаты. А мне это нужно обязательно с пациентами. Пациенты, они, естественно, это понимают и, наверное, просто идут на просьбу, чтобы я провела сессию. Ну вот, вот так вот. Я правда искренне благодарю. Я не знаю, не получилось у меня съездить, не получилось, а так хотелось съездить на Алтай, очень хотелось съездить на Алтай. У меня на тот момент, ну, чуть-чуть, наверное, не хватило, у меня были какие-то скидки, помните, мы даже с вами обговаривали эти моменты, ну, так то не получилось. Но я очень, и мечтаю все равно с сестренками когда-нибудь съездить на Алтай. Да, это моя мечта, она никуда не идет. Сегодня вот я тоже одно из, сейчас продолжаю свое домашнее задание, там, по мышлению миллионера, потому что мне вот надо еще вот этот момент еще проработать, чтобы не бояться сходить уже с финансовыми вопросами и так далее. И вот опять же я вот тут прям перечисляю, в том числе Алтай, Байкал, поездки, посещения, все мои цели, все мои желания, вот это вот я, конечно, продолжаю.